Канун Нового года, 31 декабря, объявили в Севастополе выходным. Такое распоряжение сегодня на заседании в правительстве города подписал временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев. В этом году предпраздничный день выпал на вторник. Горожанам пришлось бы готовиться ко встрече Нового года после работы. Однако градоначальник решил сделать севастопольцам подарок. По просьбам трудящихся хотел подписать распоряжение. Такое сейчас уже, в принципе, не новелла, принимается в разных регионах страны. Я думаю, что тоже здесь иногда в процессе работы забываешь о том, что вообще-то еще надо иногда и отдыхать. В соответствии с уставом города Севастополя, законом города Севастополя, 5 ЗС, о правительстве Севастополя в целях рационального использования работниками рабочего времени. Первое. Рекомендовать работодателям, находящимся или использующим труд работников на территории города Севастополя, перенести выходной день в 2019 году с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря. 31-го, как и во многих регионах нашей страны, замечательные наши семьи, так сказать, были вместе там, где они должны быть дома, а нигде, собственно, уже не надо быть. Подобное решение ранее принял глава соседнего региона Сергей Аксенов. Также 31 декабря объявлен выходным днем в Сахалинской, Свердловской области, Карачаево-Черкесии, Псковской, Томской, Кировской, Ленинградской, Курганской, Ульяновской области и Ставрополье с Хакасией.